уже сообщали, открытое акционерное общество «Жилэнергия» создало мобильные группы, совершающие поквартирный обход населения. Группы в составе контролера, инспектора и слесаря призваны выявлять злостных неплательщиков. По словам работников этой организации, в день порядка 80 квартир отключаются от подачи горячей воды, около 200 абонентов на месте выплачивают долги. Вместе с тем, акционерное общество «Жилэнергия» уже завершает подготовку к работе в зимний сезон. Из запланированных для ремонта 6 километров теплотрассы отремонтировано более 4. Также на 100% закончен текущий ремонт труб и 14 котельных, завершаются работы по утилизации труб. Ремонтные работы, капитальный ремонт у нас на стадии завершения. Вот на данный момент остался вот этот небольшой участок трассы по улице Жанказа-Батыра. И мы планируем числа 5-6 завершить и дать горячую воду на старую часть города. В прошлом году на ремонтные работы из городского бюджета было выделено 127 миллионов тенге. В нынешнем же для этих целей не выделено ни тиена. По словам главного инженера акционерного общества «Жилэнергия» Мажита Бекмеева, в год должна производиться замена 15 километров теплотрассы. Но долг населения и организации в 500 с лишним миллионов тенге не позволяет производить полную замену теплотрасс. Если бы была погашена задолженность, то, конечно, мы бы сделали намного больше, намного больше работ по капитальному ремонту. Если, по идее, мы должны менять в год порядка 15 километров трасс, мы меняем где-то 6-7 километров, то есть выполняем только половину работ, то, что положено. Если мы бы меняли 15 километров, мы бы зимой работали без аварий, стабильно снабжали бы город теплом, не было бы никаких проблем. Ежегодно в это время сотрудники «Жилэнергии» проверяют все предприятия и организации на готовность к зимнему сезону, после чего подписывают акт готовности. На сегодня заявление на подобную проверку ни от кого не поступало. За неимением же паспорта готовности учреждения не смогут пользоваться услугами по предоставлению тепла и горячего водоснабжения. Как отмечает Мажит Бекмеев, даже госорганизации, такие как школы, детские сады и медучреждения, вспоминают о необходимости этого документа в последний момент, когда наступают холода. Кроме этого, с 9 по 11 сентября в связи с подготовительными работами к зиме по всему городу будет проводиться прессовка воды. В этот период население города будет отключено от горячего водоснабжения.